Всем привет, и это произошло наконец-то сегодня, ровно минуту назад вышел новый клип Саши Айс и Миши Смирнова. Новая песня и новый клип называется «Прости», и я ждал этот клип еще со времен тизера. Я скажу вам честно, когда год назад я посмотрел в первый раз Сашу Айс, я так и знал, что у Саши выйдет рано или поздно свой музыкальный клип, и это произошло именно сегодня. Друзья, влепите жирнющий лайк за такое событие и подпишись на канал, если ты впервые на моем канале. Ну и как я обещал, друзья, встречайте мою новую заставку. На одну минуту на клипе уже 6000 просмотров и целая 1000 лайков. Я просто в шоке. Саша, откуда у тебя такие преданные фанаты? Сразу скажу, что я знаком с творчеством Саши Айсона, делая ченджи и другие крутые видосы. Я знаком с творчеством Миши Смирнова. Мы уже смотрели клипы с ним, совместный клип с Ариной Даниловой, и мне тогда он очень понравился. Я не устану смотреть на тебя и пытаться что-то предпринять. Просто остаться. Интересная штука, что в клипе снялись много классных чуваков, которых я тоже знаю, и я, блин, я рад этому. Саша Айс, Софа Купер, Влад Красавин, Влада я тоже знаю, Кирилл Феликс, Кирилла я тоже знаю, он у меня есть в друзьях. Скриликс Док, я о нем тоже слышал, это, по-моему, я его в Инстаграме видел. Анриэль, ее я тоже знаю, мирный житель, новая девушка ведущего, Арина Аракелян. Ее я тоже знаю, блин, из видео на Ютубе, из Инстаграма. Очень много известных людей. Людей. Просто я возлагаю все надежды на этот клип. Поехали смотреть. Окей, встречает нас Анриэль и чувака в очках я не узнаю. Похоже на мафию. А, это мафия. Oh, shit. О, так это Влад. Это Влад. Полиция. Окей, это Скриликс Дог, я его тоже узнал. Немного ранее. Здесь, блин, реально целая история. А, окей, эта история замешана на игре Мафия. Хорошо, Кирилл. Ага. Интересно. Подожди, не уходи, дай мне сказать. Понимаю, так трудно. Оу, кстати, я давно не слышал голоса Миши со времен песни с Ариной Даниловой. Блин, я восхищен просто. Очень неплохо, жаль, что Миша свои работы выпускает не так часто, как хотелось бы. Блин, Миша, давай фигач. Не доверять. Интересно, как Саша поет? Теперь Сопа. Все по-другому, ты знаешь правду, ведь мы... Забыли, что хотели, и теперь уже никак. Странно, что в этом клипе нет Тимохи и Никиты, потому что в Инстаграме только их и вижу, только их банду и вижу. Блин, жаль, что нет, серьезно, они бы просто вот такую атмосферу сделали, вот они бы, серьезно, еще бы лучше сделали. Пока что я вижу какую-то мега-любовную историю. Не понимаю, пока между кем. Назад. Ну что ж, пусть будет так. Я должен был признаться, но прости, не вышло. Теперь мелодия. А, смотри, смотри, они перевоплотили своих персонажей из мафии. Мне нравится припев. Мне очень нравится припев, он очень мелодичный. Тия звучит, ее не слышно. И жаль, что понял все так поздно. Я прошу, прости. Окей. Проходят в тишине. Мы не рядом, но мысли о тебе. Зачем все по-другому ты? Блин, это так странно, серьезно.
Видеть Сашу, видеть Софью, да, которая Купер, видеть Влада в музыкальном клипе, это странно. И то, что все они вместе, это очень круто. Друзья, напишите ваше мнение вот по поводу этого клипа в комментариях этого видео. Забыли, что хотели, и теперь уже никак не возвратишь время назад. Ну что ж, пусть будет так. Я должен был признаться, но прости, не вышло. Мне нравится, это круто, это круто. Это я слышал в тизере, блин. Вау. Типа, я понимаю, что этот клип вытаскивает просто Миша. А когда Саша будет? Окей. Блин, этот чувак, он как будто старше всех, он выше всех них, старше, по-моему, всех них, и такой смотрит на них, как будто они дети, я не знаю, почему мне так кажется. Миша по сравнению с ней вообще какой-то маленький мальчик такой смотрит, типа. Подожди, не уходи, дай мне сказать. А здесь будет Саша-то? Типа, она просто в этом клипе, или она не, понимаю, она не будет? Понимаю, так трудно мне доверять. Теперь все по-другому, ты знаешь правду, ведь мы. Я должен был признаться, но прости, не вышло. Теперь мелодия звучит, ее не слышно. И жаль, что понял все так. О, щит! Очень красиво. Ау. Все. О, подожди, вот ее я не видел. Это же Карина. Это же Карина, да? Окей, это красиво. Хорошо. Очень странная любовная история. Сначала Саша была с, я так понимаю, с ведущим. Это был ведущий, который был на мотоцикле. Теперь девушка ведущего — это Карина. Короче, странная история, друзья. Напишите смысл клипа в комментариях к этому видео. Я надеюсь, я все правильно понял, никого не перепутал. Я очень на это надеюсь. Давайте я вам расскажу о своих ожиданиях от этого клипа. Я думал, что в этом клипе, ну раз клип называется «Миша и Саша», я думал, Саша Айс тоже будет петь в этом клипе. Но, как оказалось, пел только Миша. Я думал, типа, в тизере просто этого не показали. Нет, пел только Миша. И, ну окей, типа, раз Саша не поет, значит, хорошо. Просто я к тому, что если бы девушка у Миши была в этом клипе Софа Купер, например, то клип бы назывался «Миша Смирнов и Софа Купер, прости». То есть, вот в чем смысл. То есть, потому что из-за того, что Саша — это девушка Миши в этом клипе, поэтому клип так называется. Я думал, что Саша будет петь в этом клипе. Конечно, никто этого не обещал, но никто об этом не говорил. Но я думал, что это так будет. Друзья, я вам напоминаю, что мы впервые посмотрели новую музыкальную работу на канале Саши Айс. Миша Смирнов и Саша Айс, прости, друзья, ставим лайк под этим видео и пишем в комментариях ваши эмоции, вашу первую реакцию на этот клип. Все ссылки на социальные сети, ВК, Инстаграм у меня в описании ролика. Переходи, подписывайся в Инстаграме, у нас уже почти 25 тысяч фолловеров, это очень много, друзья. Там же есть конкурс, переходи, участвуй. Я разыгрываю милые кошачьи перчатки. Огромное спасибо за просмотр этого видео. До скорых встреч. Пока.